Следующий тир на этом году будет самый лучший, и все будут счастливы, и все желания, которые вы имеете на сердце, заполняются. Итак, Андрей, у нас теперь телевизионная передача, в которой ты рекламируешь именно тот предмет, о котором сейчас уже знают люди. Пожалуйста, расскажи о нем. Словами могу показать. Нет, ты словами пока рассказываешь, что этот предмет, чем он чудесный. Вот, допустим, ты пользуешься этим предметом. А, хорошо, я пока... Не надо показывать, надо говорить. Вот, давай так сделаем. Отвечай просто мне на вопросы. Скажи, у тебя лично есть этот предмет? Конечно. А нет. Ты... Конечно, нет. Но, да, конечно, что, наверное, конечно, есть, да. Не-не-не, пойми, это реклама, ты должен очень уверенно говорить, что это классная штука. О, это не просто классно, я могу сказать, я попробовал, это очевидно офигенно. О, не просто, а... О! Да, именно такая реакция случается после использования этого. Потому что у меня изменился жизнь. У меня раньше было такое. Потом...